Для начала в Сибирь. В Шушенском стартовал международный фестиваль этнической музыки и ремесел. Для масштабного смотра мест выбрано не случайно. Шушенская жемчужина земли сибирской привлекла организаторов проекта удачным климатом и удаленностью от атмосферы мегаполиса. На фестивале работает наша съемочная группа. Тысячи участников, 40 тысяч зрителей поют, танцуют, играют в шушенском населении в несколько раз меньше. На эти три дня избы, квартиры, палатки все заняты. Владимир Ульянов был в ссылке всего три года. В советское время Шушенское стало местом паломничества, почти таким же, как Мавзолей. Четверть века назад все изменилось. Здесь на 7 гектарах открыли этнографический музей. Теперь здесь самые разные посетители. В дни фестиваля у Ленина особенно людно. Шушенский относится к нему как к родному. Людмила Григорьевна работает здесь 31 год. Рассказывает, Ленин жил здесь с Крупской, ее мамой, с Надеждой. Владимир здесь венчался. В Шушенском написал «Развитие капитализма в России». Главная ценность в ссылке была книги. Их слали огромными пачками. Мы от Ленина никогда не отрекались. Мы оставили даже таблички мемориальные на домах. Те же самые. Там написано, что он вождь мирового пролетариата. Мы отдаем себе отчет, что так его не называют, но оставили их как исторические памятники. Сергей Старостин, председатель жюри фестиваля, вокалист с мировым именем, предлагает обратиться к генетической памяти, найти в себе отклик на голос предков. Мастер-класс, будто джазовая импровизация. Не только подготовленные абсолютно люди могут принимать участие в интерактиве, а абсолютно неподготовленные тоже могут принимать участие, потому что на каком-то там, не знаю, генном уровне, на подсознании все равно в нас живет эта информация. Ансамбль «Якруна» существует несколько месяцев, а уже в списке хедлайнеров. Русские и белорусские песни в собственных аранжировках соединяются с электронными инструментами. Я родом из Молдавии, из Молдовы. Так. Вот, Луиза из Самарской области. Луиза из Самарской области, но при этом татарка, и всю жизнь пою русские народные песни. Были со своими близкими рядом, чтобы ваши родственники и ваши родители никогда не болели. На обрядовой поляне ритуалы северян. Это обряд очищения. Здесь же можно узнать о традициях пяти малых народов Таймыра. Так мы поклоняемся Богу Солнца. Это древний таймырский обряд. Все происходит импровизированно, и участвует в нем любой желающий. Эйро! Эйро! Впереди знакомство с разными традициями и коллективами из Танзании, Ирана, Мексики, Австралии и необъятной России. Юлия Козюкова, Александр Подкоха, Иван Косарев. Новости культуры. Шушенское, Красноярский край.